снег кружится за окном, и мороз крепчает, Новый год стучится в дом, праздник наступает. Добрый день, уважаемые горловцы! Пусть станет доброй традицией открытие новогодней елки на нашей игровой площадке со всеми нашими друзьями и знакомыми. С наступающим праздником вас! С Новым годом! Нам праздник веселый зима принесла, пушистая елка к нам в гости пришла. Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы. Всех друзей своих сегодня позовем на елку мы. Со словами поздравления к нам приехали наши гости. Руководитель Ачинского отделения фракции ЛДПР, депутат городского совета депутатов фракции ЛДПР Дмитрий Сергеевич Кузнецов. Здравствуйте, я услышал сейчас очень хорошую, я начинать хотел по-другому, но сейчас я услышал такую прекрасную фразу, это «Здравствуйте, уважаемые горновцы». Я хочу поздравить вас с Новым годом, в первую очередь я хочу поблагодарить за организацию праздника Дворец культуры поселка Горный, главу администрации, а от себя хочу...